532-311. Спасибо большое за донат. Мгла. Exercises in Futility. Dark Side Brutal Assault Drum Cam. А мгла у нас откуда вообще? Получается, оценка барабанных скиллов будет от моей телевизора. Бать там что-то... Бля, в маске пиздец жарко, наверное. Личику. То есть она должна быть либо очень тонкая и плотная при этом какая-то, я не знаю. Я бы так не смог. Бля, вот это. Бля, прикольная очень гибкая материалка. Тут. Типа. Типа, бля. Пиздец радует эту хуйню. Вокал-то будет? Польша. Ебать от удара в бочке, смотри, камера трясется, блин. Ну это говорит о том, что сцена, наверное, такая хуевастенькая немного. А, он это без кардана делает все еще. А нахуя тогда две бочки? Ну там не кардан, две бочки, не важно. Левая нога посидит. Левая нога подключается только тогда, когда очень быстрая мобила приезжает. Ебать! Вот это, кстати, вроде не сложно, но пиздец клево звучит, да? Когда вот насылка была, которая... Тарелочки. Ну, типа, не так уж прям, чтобы очень сложно. Да здесь каких-то прям пока что... Шарите, это в танцах также работает, и в музыке также. То, что порой звучит, как будто это очень сложно, это на самом деле, ну, порой даже что-то элементарное. А то, что звучит вроде как легко, на самом деле пиздец сложно. И в танцах так бывает, что то, что сложно станцевать, это на самом деле, ну, типа, выглядит даже не так эффектно, как какие-то простые приемы. Типа, например, встать на двух руках вот так вот, допустим, оперевшись... на свой же корпус и поднять ноги в воздух. Ну, то есть только на двух руках стоять, без головы. Ну, вы поняли, не на руках вот так, а на руках как бы от пола. Это самое первое, чему тебя учат на уроках брейк-данса. Это очень легко. Но выглядит уже эффектно. Вот здесь вроде, то есть там максимум какие-то бородилды, наверное, играются, да? Так вообще просто. То есть это просто чередование как бы мест, в которые ты ударяешь. А по сути все идет. Ну, очень ровно он играет, естественно, это хорошо. Я не понимаю одну ногу, серьезно. Я бы другой по приколу играл иногда, если бы устал. Скандал был какой-то. Чем читаем? Бля, мне показывает нет статьи с таким названием. Туман. А, мгла это оказывается туман по поиску. Скандалы. Ага. Так,
предполагаемые связи. Ну, в целом, да, как бы такой музыки там зигометы какие-то любят позатесываться, и порой даже челы более-менее там какие-то нормальные, которым просто музычку по фану нравится играть, они все равно как-то пересекаются с такими челами и замазываются в этом во всем. Или, может быть, кто-то просто более открыто это делает, кто-то менее. Я чатик прочитал. Нормально. Ну, что ж сказать, тогда получается подкатить в любом случае не получилось бы. Хорошо, что не подкатил. Ебать, он там по посуде, конечно, хуячит. Без был зачет. Ну что тут сказать? Досадно. Ну, как бы бывают там зачетные. Не знаю, чего-то суперсложного, вот что-то прям суперсложного вроде бы нет. Ну, просто все как бы хорошо сделано. Ну, мне так кажется. Все, мое почтение. Спасибо за донат.